Kunjani Harim Gopijana Valapa Jaya Girivarapari Jaya Gopijana Savitri, Satya, Sita, Pativrata,
Brahmavalyar Brahmavidyadri Santamu Vedini Arthamatra Chidananda Ambavati Brantinashmi Vedatraya Parananda Tattartyagna Manjari Sarvopanishado Gavo Dukta Gupinandana Parthosa Sutir Bhokta Dukta Gitam Vitamaha Ekam Shastra Dvati Putra Gitam Mekho Dvati Putra Eva Kamutrasta Sinamaniyani Karma Vigamta Siddhivasya Seva Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namide Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shantarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nirvana Prabhu Ki Jaya Upada Ki Jaya Прежде чем начать Бхагавад-гиту, мы вспомним, что сегодня особенный день. Сегодня день явления Мадхвачари, и также сегодня Виджай Махотсава, Хануман. Да. Хануман, Виджай Махотсава. Вспомним, потому что это наша культура, и Брама Гаудия, Брама Мадхава, Гаудия Вайшнава Сампрадая. Да, то есть Мадхва Ачарья очень важен. И он один из ачарьев нашей сампрадаи, да? Это была удивительная личность, он утвердил поклонение Кришне как личности. Он также утвердил то, что это поклонение, то есть Кришну можно познать через бхакти. Да? Он утвердил этот процесс и также через то, что мы изучаем веды. То есть это была разносторонняя личность, и он в 12 лет принял саньясу, хотя родители были против, и получил даршан Вьясадевы. То есть он совершил паломничество в Гималайи, где до сих пор находится Вьясадева, и показал ему свои комментарии к Бхагавад-гите. Вьясадева его одобрил, этот комментарий. И когда он пришел потом в свой ашрам к тому гуру, которого он выбрал, он обратил его в вайшнавизм. То есть он переучил своего гуру, и весь ашрам потом находился под его управлением, руководством. Много можно рассказывать, но на самом деле мы запоминаем больше образами. То есть не просто какую-то информацию. И в моем сознание очень отложился образ Мадхвачари, он описан, этот случай в шастрах, когда Мадхвачари с учениками, они были на берегу моря, и был шторм, они гуляли, прогуливались в такую погоду, вот, на горизонте был корабль, и этот корабль, он не мог пристать, потому что были скалы, и было место, где он мог пристать, но поскольку был шторм, то его носило, как бы он был неуправляем, и капитан боялся, что корабль попадет на скалы, да, и поэтому был вдалеке от берега. Но это было тоже опасно, потому что кораблекрушение, да, можно утонуть было, просто вода зальет. И тогда Мадхвачарья, он начал втягивать воздух в себя, так, да? И этот корабль начал приближаться. То есть он втягивал этот корабль, который был на горизонте, своим шахте, своей силой мистической. Вот. И втягивал он его как раз в ту гавань, в тот перешеек, который был безопасен, там не было скал. И у него получилось. Эту историю рассказывал Бхакти Вайбхава Махарадж. Он говорит, что ну мы не такие ачарьи, мы не как Мадхвачарья, мы не можем это делать, да, поэтому если вы принимаете у нас инициацию, не ожидайте, что мы будем втягивать эти корабли в гавань, да, своим дыханием. Капитан, когда они пристали, он понял, он был
в теме, как говорят сейчас, да, то есть он осознавал, что он понимал, что это какой-то святой помог, вот, своими силами, и он сказал, мы готовы все стать твоими рабами всю жизнь, на всю жизнь, да, то есть он понимал, что чистый преданный, да, я стану его рабом, я достигну этого сознания, то есть, ну, могущественная личность. Не просто так Адхидаева, да, она дает такую силу кому-то, то есть все это за заслуги какие-то. Но Мадхвачарья сказал, знаешь, мне достаточно, вот у тебя есть глина в корабле, да, и она как балласт, чтобы равновесие было, корабль грузят, а с другой стороны нужен противовес, чтобы он не накренился в ту сторону, где груз, то есть товарное судно. Вот. И он сказал, у тебя есть балласт, там глина у тебя, поэтому, пожалуйста, дай мне эту глину, и все, мне больше ничего не надо. Капитан, конечно, удивился, но глины был большой кусок, его, говорится, несли 30 человек. Вот. И Мадхвачарья, он взял один этот кусок, и когда он пел, он нес эту глину, и он пел удивительные гимны. Мы знаем, санскрит очень мелодичный, там есть размеры. Например, в «Нектаре наставлений» Рупа Госвами пишет: «Сьят Кришна намачарита дисита пьявидья, пито патаптара санася нарочикану». И вот так вот мотив. Та-т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 а. Веселый такой. А их много и разные. Но когда шел Мадхвачарья, на самом деле он был очень мощным. Он был борцом, он был пловцом, он побеждал всех в этом всем и отличился своим могучим телосложением. Когда он шел, он пел такой как бы военный марш. И он нес этот глиный кусок, там 30 человек, ноги гнули, да, когда несли. Он один это нес. И когда он отошел от всех, он бросил этот кусок глины о землю. И когда раскололась глина, там появилось божество. Это было божество Утупи Кришны. Особенное божество, ему поклонялась Шримати Радхарани. И эта глина была из Двараки. Шримати Радхарани, она... Шримати Радхарани, простите, это я уже... подумал о ней. Это была Рукмини, это была царица Двараки. И Рукмини, у нее были отношения супружеские с Господом. Но в глубине сердца она хотела ему поклоняться как мальчику. Как мальчику-пастушку. То есть какие-то материнские отношения, какая-то раса материнская, она была в ее сердце. И она думала об этом. И по милости Господа у нее появился этот Кришна. Он стоит с мутовкой. Это мутовка для пахтания молока. Это, и как раз этот Кришна, его назвали Удупи Кришна, она ему поклонялась, таким образом компенсировала эти отношения. В какой-то момент Дварака скрылась, но божество осталось, так или иначе. Мадхвачарья установил Удупи Кришну, и до сих пор ему поклоняется огромный комплекс, большая сампрадая, мадва сампрадая, да. Все это очень достойно и чисто сейчас делается, это поклонение. Поэтому Шри Мадхвачарья Ки Чара. Это великий вайшнав. И также сегодня день, когда Хануман принес радостную весть Раме. Наконец-то Хануман, который был послан Рамой искать Ситу, он нашел ее на Ланке, да? И вернувшись оттуда, он объявил об этом Раме. Рама испытал радость, да? И устроил огромный праздник, огромный фестиваль, он угощал всех. И сегодня как раз такой день. В этот день обычно сжигают Равану, да? То есть это знаменует победу Рамы над Раваной. Победу истины над ложью. И сегодня мы будем читать Бхагавад-гиту. Это послание Кришны. С
Сегодня почитаем 22 стих 9 главы, которая называется «Самое сокровенное знание». А пословный перевод также читается, да? Или можно? Ананьяшчинтаянто маммеджана париупасате тешам нитябе юктаханам йогакшема вахам яхам. Ананьях. Не имеющего другого объекта. Не имеющего другого объекта. Чинтаянтага. Чинтаянтага. Сосредотачивающиеся. Сосредотачивающиеся. Мам. Мам. На мне. На мне. Те. Те. Которые. Джанах. Джанах. Люди. Люди. Парьюпасаты. Парьюпасаты. Должным образом. Должным образом. Поклоняются. Поклоняются. Тешам. Их. Их. Нитья. Нитья. Всегда. Всегда. Абхиюктанам. Абхиюктанам. Нисходящих с пути преданного служения. Нисходящих с пути преданного служения. Йога. Йога. Необходимого. Необходимого. Шемам. Шемам. Защиту. Защиту. Вахами. Вахами. Несу. Несу. Ахам. Ахам. Я. Перевод. Но тем, кто всегда поклоняется мне, с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, чего им не достает, и сохраняю то, что у них есть. Комментарий о Божественной милости Апачара Рынна Бхактинда Сэмбраупада Шрила Прабхупадаки. Те, кто не может и мгновение прожить без сознания Кришны, думают о Кришне постоянно, круглые сутки. Всегда занятые преданным служением, они слушают рассказы о Кришне, говорят и памятуют о Нем. Возносят Ему молитвы, поклоняются Ему, служат Его лотосным стопам, выполняют Его поручения, развивают с Ним дружеские отношения и посвящают Ему всего себя. Благотворная и исполненная духовной энергией, такая деятельность помогает преданному достичь высшей ступени самоосознания, когда у него остается только одно желание — желание общаться с Верховной Личностью Бога. Такой преданный, несомненно, приходит к Господу без больших усилий. Это называется йогой. Милостью Господа такой преданный больше никогда не возвращается в материальный мир. Кшема означает, что всемилостивый Господь всегда защищает своих слуг. Господь помогает преданному обрести сознание Кришны посредством йоги. А когда преданный полностью осознал Кришну, Господь оберегает его от падения и возвращения к мучительному, обусловленному существованию. Ом агьяна тимираннасья гьянанджана шалакая чакшурудмилитам йена тасмай шри гуравэ намаха шри чайтанья манопиштам стапитам йена бутале свайам рупах кадамахьям дадати свабхадантикам вандехам шри гуру шри юта падакамалам Шри Гурун Вайшнавамшча, Шри Рупам Саграджатам, Сахагана Рагунатханвитам Там Садживам, Садвайтам Савадутам Бариджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падам, Сахагана Лалита Шри Шаханвитамшча, Хе Кришна Каруна Синду Дина Банту Джагатпате, Гопиша, Гопика, Канта, Радха, Канта, Намостуте, Тапта, Канчана, Гауранге, Раде, Вриндаванешвари, Ришабхадо, Суте, Деви, Пранамами, Хари, Прие, Ванча, Калпа, Тарубьяща, Грипа, Синту, Пьяевача, Патитанам, Паганебьо, Вайшнавебьо, Намо, Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура Бхактавринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе Намо
Вишну Хадая, Кришна Пришта, Бхуталеш, Хари Бхакти Данда Свами, Нитинамини, Намасте Сарасвати, Деви Гауравани, Прачарини, Нирвишеша, Шуньявади, Пашчитарини, Шитарини. Поэтому я приготовил шарики, которые вы сейчас надуете все. И кто хочет усвоить лекцию, обязательно это сделайте. Потому что это вам поможет понять и помнить ее всегда. Надуйте. Просто берите, как в детстве, и надуваете. А если кому-то не хватило, поделитесь. Кто хочет усвоить эту лекцию, обязательно это сделайте. Только так надуйте, чтобы лопнуло. Постарайтесь. Как есть. Еще? У кого? Это очень важно. Я предался Кришне, и мои родственники, они поменяют отношение ко мне. И я утрачу их общение, их поддержку. Я предался Кришне,
и не смогу наслаждаться мороженым, да, в котором есть там яйца, например, да, с этим, знаете, такие стаканчики вафельные. А я люблю вот, вафельные стаканчики. И так далее, да? Страшно. Мы боимся. Будет больно, да? Будет как-то некомфортно. И это большинство людей. Что касается энергии, то мы можем отметить, что когда идет об энергии, говорят об экологии. Говорят о том, что очень важно, чтобы окружение, то есть то, что вокруг нас, оно не забирало на себя, да, наш внутренний потенциал. И также говорят о том, как мы правильно используем, эффективно ли мы используем свои силы, да, приводят ли они нас к конечной цели, неважно, материальное или духовное. И также мы говорим о том, что должны быть источники. Источники вдохновения и источники сил, источники энергии. Если мы возьмем этот шарик и добавим туда пищу, да? Пищу, которая полна всяких добавок, которые есть в магазинах, которые мы даже предлагаем, да? И надуем его этой энергией, да? То есть добавим туда этот воздух, который тоже не очень хороший, да? Который тоже загрязнен. Это все влияет на нашу энергию, согласитесь, да, на наше тело, на наш ум. Добавим туда какие-то чувственные удовольствия, которые связывают нас с этим миром. Мы наполняем себя этим, да? Добавим туда еще кое-что. Добавим туда людей, которые, что бы вы ни сказали, они критикуют, да, они подвергают, они спорят. И все их разговоры о том, как все плохо, как мы живем плохо, государство плохое, у преданных какие-то недостатки, родственники мешают и так далее. Да? Добавим это все, и потом попытаемся с этим всем, да, наполнившись этим, что я сказал, прийти к Кришне, да, то есть прийти вверх. Мы останемся здесь, мы останемся в этом положении. И с этим вы все знаете. А нужно соблюдать принципы, нужно есть то, что предложено. Нужно максимально хорошо разделять полезные вещи и не очень. Потому что это все влияет на нашу энергию, на наше вдохновение. Кроме этого, есть еще правильное использование наших ресурсов, то есть нашего потенциала. Он проявляется в нашем теле, в нашем уме, в наших эмоциях. Да? И как мы правильно используем его? Господь Кришна в Бхагавад-гите, он говорит: «Юктахара вихарасья, юкта чиштася кармасу, юкта саднаумутхася». Он говорит, что тот, кто отрегулировал свою жизнь, может заниматься йогой. И как мы правильно используем наши ресурсы? У кого есть какие-то предложения? Мы же регулируем свой сон, да? Кто-то занимается физкультурой, кто-то правильным питанием, да? Мы стараемся слушать Бхагаватам, мы стараемся наполняться святым именем, мы это регулируем. Потому что если мы начнем что-то делать одно, не учитывая другое, да, то мы будем страдать. Это законы как материального, это законы материального мира, в духовном мире все по-другому. И источники. Я бы хотел, чтобы вы сказали, какие у вас источники энергии, что наполняет вашу жизнь смыслом и вдохновением. Только честно. Прасад. Класс. Хобби. Хобби. Спорт. Спорт. Природа.
народа, Шримад Бхагаватам. Спасибо особенно Шримад Бхагаватам. Как? Махамандра, джапа. Киртан. Харинам. Харинам. Общение с саду. Общение с саду. Да, замечательно. Слушание лекции. Слушание лекции. Вузы, когда идет выпуск студентов, они приглашают каких-то успешных людей. Они приглашают людей, которые добились многого. И один из вузов в Америке, он пригласил такого человека на выпуск. Чтобы этот человек, он с напутственным словом, так сказать, благословил по-нашему, да? Своим шахте он благословил этих студентов, чтобы они были успешны. И в один вуз пригласили миллиардера, известную личность, знаменитого человека. Студенты сидели со своими дипломами в своих четырехугольных шапочках, мантиях, с дипломами в руках. Они были молоды, здоровы. А в принципе счастливы, потому что много энергии, много амбиций, еще нету какого-то опыта разочарований, неуспехов. И на сцену вышел человек, которого они уже в принципе все знали. Он представился, но на самом деле они все уже давно его знают, и кейсы с его фирмы они уже решали и отвечали на них до этого. Этот человек вышел и представился, он сказал, что я тоже когда-то закончил университет. Впрочем, все это говорят. Он сказал такую вещь. Когда я закончил университет, у меня ничего не было. У меня не было машины, потому что большинство у вас есть собственные машины. У меня не было родителей, которые мне бы помогали. У меня не было денег, у меня не было работы будущей. Но, он сказал, у меня был огонь в глазах. У меня ничего не было, но был огонь в глазах. Может, потому он и был, что ничего не было. Вот. Но сейчас у меня все есть. Но я иногда подхожу к зеркалу, смотрю, а огонь в глазах есть. А вот в ваших глазах, сказал он, я не вижу огня. А без огня в глазах все, что вы можете достичь, это посредственные результаты. Он был миллиардер, и поэтому успех у него в деньгах меряется. Ну, если по деньгам сказать, ну, это 100 тысяч в год. Но для Америки 100 тысяч в год это слабенько, очень слабенько. И тогда он сказал такую вещь. Я миллиардер, а ваш потолок 100 тысяч. О чем я с вами буду говорить? Развернулся и ушел. И потом вспомнил, он подошел и сказал, но организаторы, они хотели, чтобы я вас вдохновил. Он сказал, удачи. Спустя 10 лет студенты, учившиеся в этом институте, эта история осталась как анекдот, да? Организаторы были в шоке, они дали 40 минут, чтобы человек рассказывал какие-то секреты достижения успеха, делился опытом, вдохновлял, да? А он поступил так, некрасиво. Ушел и все. Он по-настоящему ушел и все. А студенты позже провели исследование. Коэффициент успешности они определили, и он состоял из успеха в жизни, достатка, семейные отношения хорошие, статус в обществе. То есть они решили определить успешность студентов этого института на протяжении нескольких лет. Если учесть, что в этом институте не менялось ничего, ни материал, ни преподаватель, состав кардинально не менялся, система преподавания тоже,
то они пришли к такому выводу. Вот та группа, которая была на этом выпуске, она была самой успешной на протяжении 10 лет. И вот этот критерий, коэффициент, он подтвердил, они были успешны как в жизни личной, в общественной и профессиональной. Они достигли хорошего успеха. Все остальные шли ниже, да, меньше. И если учесть, что ничего не менялось в этом институте, то мы можем сказать, что 3 минуты на сцене этого человека, они поменяли ситуацию. И что он сделал? Он предъявил им, этим студентам, молодым, их будущее. Он показал им их старость. Когда вдохновение, энтузиазм, да, молодость, они угасают с годами. И не остается ничего, остается просто старость, смерть и болезнь. Он показал им пример того, что они могут достичь и как они могут это сделать. Есть такая мотивация избегания. Да? Эти студенты начали двигаться, они начали гореть, они начали понимать, что энергия, направленная в разные стороны, на разные цели, она просто уходит. И это происходит очень быстро. И человек не приходит ни к чему и не достигает никакой цели. Но этот человек, он был опровержением, да? Он был примером того, что надо делать. И на самом деле, если мы проанализируем, то наша жизнь, она является подтверждением, да? Подтверждением. Можем по себе, можем на своем примере увидеть, что люди, которые не предались какому-либо делу, да? Какому-либо, скажем, духовному поиску, не сделали это основным в своей жизни, они остаются у разбитого корыта. Их ничего особенно не ждет интересного. Да? Мало того, они сами ощущают себя не очень хорошо. И иногда бывает так, что что-то происходит в жизни. Мы продолжаем заниматься своими делами, но вдруг кто-то из родственников, к примеру, умирает, да, или здоровье уходит. И все, что мы делали, мы кушали просад, слушали Шримад Бхагаватам, да, повторяли мантру, но энергии у нас не остается. Почему-то нету вдохновения, нету энтузиазма это делать. Почему те, у кого лопнул шарик, они дули до последнего? Да? Потому что я просто сказал. Потому что они приняли это как долг, да, как вот авторитет, да, кто-то сказал, и я выполняю свой долг. Но долг — это слово тяжелое, да, я кому-то должен. Сразу вопрос, а за что и где я задолжал, да? Я заменяю это слово на слово миссия, мое предназначение. Преданные, у которых лопнул шарик, они приняли миссию. Они приняли авторитет и сделали это. Рационального какого-то обоснования вот нету его. Есть просто принятие. Было сложно, да? В какой-то момент дуешь шарик, кажется, что все, нужно дуть дальше. И он будет легко. Да? Они не думали о боли. Они не думали о каких-то временных вещах. Они просто это сделали. Дошли до конца. И в этот момент, когда у нас кризис, когда мы не знаем, что делать, когда вся энергия лопнула, когда шарик лопнул и энергия ушла, шарик мы восстановить уже не можем. Но человека мы можем восстановить. И это восстановление будет заключаться в том, что он принимает миссию. Жить не ради того, что мне что-то даст, а ради того, что может дать другим.
И все мы сейчас здесь на самом деле доказательство этого, потому что Шрила Прабхупада, когда он плыл в Америку, на борту Джаладутты, он написал стихи. И он понимал, что я никто. Пожалуйста, Господь, заставь меня танцевать, я стану марионеткой в твоих руках. Когда, будучи год в Америке, у него не было успеха в миссии, и никто не интересовался сознанием Кришны, все, что он сделал, он взял каратал и пошел петь в бах. И появились какие-то люди, интересные, странные люди, но они принимали это сознание Кришны. И Прабхупада, когда его спрашивали, откуда такой успех, за счет чего, он всегда говорил, это не я такой. У меня была просто вера в святое имя, да, и наставление духовного учителя. Все остальное приложилось. Он не был санскритологом. Да. Были ученики Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, которые были самыми учеными. Были саньяси, были самые отреченные личности. И Бхактисиддханта посылал их на Запад, они ничего не добились, по большому счету. Были слуги Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, которые все время находились рядом с ним и получали милость гуру. Они присутствовали рядом и ощущали его сознание. Да? Но они не добились успеха. Прабхупада, когда был грехастхой, он приходил вечером, дочитывал свои круги. И он сдавал помещение для гурукулы своему духовному брату, тот учил детей. После занятий он садился с Прабхупадой, и они думали о том, кто же распространит это движение по всему миру. Потому что было видение Бхактивиноды, да, что это движение заполонит весь мир, и люди разных национальностей приедут в Майяпур и будут воспевать Хари Кришну. По Индии это уже разошлось, и они задавали друг другу вопрос, кто же станет вот этим глупцом, да? Кто же станет вот этим учеником, который предастся наставлениям гуру и Кришны и разнесет это послание, потому что личных данных ни у кого таких не было. Они делали предположение, может это будет тот саньяси или этот пандит. Но этого не произошло. И Прабхупада, когда вышел в этот парк и полагался на эти две вещи, наставление духовному учителю и веру в святое имя, он достиг успеха. Эта миссия, она сделала человека, который был неуспешен ни в бизнесе, ни в семье, она сделала его успешным во всем мире. Поэтому я бы хотел вам пожелать целостности и вдохновения. Хари Кришна. Это все. Если есть какие-то вопросы. Пожалуйста. Да. Это вот, как бы, ну хорошо идти до конца, это даже интересно. Но когда я слушал, вернее, присутствовал на сборе, вокруг вас. И он приводил такой пример, что иногда, ну то есть полезно также понимать, каким темпом ты двигаешься. Потому что у нас тут не идет речь как бы, про шарик, и шарик хороший пример, но он сюда отражает. Но здесь вопрос жизни. И есть много примеров таких, когда люди они берут в этом марафоне жизни, который должен закончиться в конце. Должен закончиться в сознании Кришны. Пускай даже не как бы на финальной стадии, но хотя бы там в сознании Кришны, правильно? Они берут темп, у нас много таких примеров, вот, до львовской редактора, которые потом не добегают, то есть они их сносило далеко, и далеко уносили. В то же время, если взять медленный пример, темп, там кажется, добежать, мы тоже можем не достичь цели. Да? Новое рождение, это всегда неизвестность. Вот так. Как выбрать правильный темп для себя? Как человек может определиться с тем, как он должен двигаться? С какой скоростью? Этот шарик взорвался, он уже.
Это коробка, а шарик взорвался, да? И я могу взорваться, потому что я тоже шарик, да, оболочка и энергия внутри. Что интересно, со временем, то есть чем больше я давлю, тем больше энергии как бы давит снаружи, снутри, да? Но со временем это ухудшается, да? То есть шарик сдувается, энергия уходит. Поэтому молодость и взрослый возраст – это разные вещи. Я могу сказать, конечно, стандартный ответ, который говорят все наши учителя, они говорят «Гуру, садху, шастра». Обращайтесь к гуру, это личное, или наставник шикшагуру, дикшагуру, садху, общество преданное. Смотрите, если я перегибаю палку, и моя преданность, она причиняет беспокойство, надо задуматься. Если я становлюсь подобен Арджуне, и мои чувства, да, обрывают мое служение, надо задуматься. Критерий всегда – это Хари Кришна мантра. Вся моя жизнь, когда я не повторяю Хари Кришна, она определяет мое повторение мантры. Если я повторяю мантру, и мой ум прилип к чему-то, да, это явно не духовное. Понятно, что нужно что-то с этим делать. Вот. Это универсальный ответ, он правильный. Я думаю, он самый такой подходящий. Если не считать, что есть наставник, и есть личные отношения с гуру, с наставником, и он со стороны все это смотрит, человек, который выше, и так далее. Вот. В итоге также и время, очень хороший критерий – время. Мой гуру Махарадж говорит, что есть много преданных, ярких преданных. Махарадхи в распространении книг. 3 года чемпион, а на 4-й год никто не знает, куда он делся. Есть супер-пуджари, супер-менеджеры, но проходит время. И время показывает мотивы. Если эти мотивы не были чистыми, если в этих мотивах была какая-то кривизна и неправильность, то человек не может долго оставаться в обществе преданных, не может повторять мантру. Очень много критериев. Но основное это гуру, садху, шастры, это ничто не заменит. Также есть шастры. Если нет гуру, есть, конечно, шастры, но нужно комментарии наших ачарьев. Я надеюсь, я ответил на вопрос. Если есть еще какие-то вопросы, почему вот когда только приходит человек к служению, вот, априори появляется какое-то вдохновение, а потом оно со временем начинает как бы остудевать. Почему так происходит? Мадхвачарья, мы вспомним этого великого преданного, он сидел на берегу с учениками, они кушали просад. И крошки просада падали в реку, там были рыбы. Рыбы, вкушая просад, обретали тела вишнудутов и улетали. Представляете такое, да? Пошли мы тут, где-то у вас есть речка какая-нибудь, да? У вас с воскресной программой остался просад, ну не доели, или есть начали, но не донесли, решили дживадоей заняться, да, сострадательным живым существам. Говорится, нама ручи дживадоя вайшнава сева, это то, из чего состоит вайшнав. Он служит вайшнавам, у него вкус к святому имени, он воспевает, и он сострадает. И вы решили, подумали, ну что эти родственники, да, едят этот просад за 2 щеки, а хоть бы кто Хари Кришна сказал, да, вот так вот. И вы решили, вот рыбы, да, и так, знаете, начали сыпать самос, крошить и сыпать. И рыбы такие вишнудутами, виманы такие начинают, знаете, прилетать, и они на эти виманы, и прямо у вас на глаза. А вы этот просад уже 20 лет едите. Уже зубы съели, уже к стоматологу ходите, поменяли зубы, чтобы просад есть, да. И не можете проесть, да, этот путь никак. Вы приходите к духовному учителю и говорите, как так вообще, в чем подвох?
Ученики Мадхвачарьи задали ему вопрос: мы едим за вами просад кожен день, неділями, місяцями і роками. І ми ще тут. У нас є якісь бажання несумісні, да? З духовним буттям. І Мадхвачарья сказав таку річ, він сказав: «Потому что вы оскорбляете меня все время и Кришну». И сомнения, они пожирают все бхакти, которое зарождается в вашем сердце. Когда человек приходит только в храм, он никого не оскорбляет и ни в чем не сомневается. Да? Он просто берет картошку и начинает чистить, потому что ему сказали. А если надо, он пойдет помоет пол. А если надо, он сделает что угодно. Его сознание, оно достаточно чистое, оно не оскверненное никакими интерпретациями, да, и сомнениями. Но если этот человек, поэтому он чувствует энтузиазм, да? За что бы ни взялся, все преданные хорошие, все служение, оно просто присоединено к Кришне, и это служение, оно как провод, я нектар прямо вот чувствую, и он горит как лампочка. Но проходит время, и получает кто-то инициацию, проходит бхакти-шастры, а то и дает две инициации, да, проходит 5-10 лет. И он слушает какого-то преданного лекцию. И он думает: ну, надо же иметь свое мнение. Я уже браман, собственно, 10 лет движения. Поэтому я считаю, что вот этот момент он неправильно освещает. И у меня есть сомнения по поводу нашего президента. Достойна ли он такая личность, которая, да, занимает этот пост? Я смотрю, вот, я эти пробую просто. Достойный президент, потому что он то в кочегарке, то на кухне, то поет, то харинамы водит. Вот. Но есть другие президенты, да? Вот. Но даже если это суперпрезидент, всегда можно что-то найти, понимаете? То есть это сознание обусловленное. Мы обуславливаемся какими-то недостатками. Понятно, что это везде и есть. Но когда мы приходим, мы концентрируемся на хорошем. У нас нет еще вот этого ума, да, который считает, что я кто-то и что-то из себя представляю. Поэтому я воспринимаю Кришну через все. И Кришна видит эту чистоту, он откликается в сердце. Поэтому есть энтузиазм. Поэтому любое служение приносит радость. И на самом деле это вот энтузиазм можно продлить, понимаете? Если мы не станем обуславливаться недостатками преданных, если мы не станем видеть в них какие-то несовершенства, в Кришне, в процессе, во всем, да, что касается сознания Кришны, мы можем оставаться тем же лысым, да, человеком, который предался кришнаитам и стал таким же. Вот. То есть, к сожалению, зачастую мы обуславливаемся. Для нас уже нормально каждый день просад, да? Мы уже смотрим, что за просад, да? Что за повар. Вообще, если это не Будда, у него такие мысли, он мне вчера такое сказал. Да? Представляете, сейчас вот, смотрите, 16.01, да? 16.01, 2020 год, 25 октября. И этот момент, он не забываем. Его не было до и не будет завтра, понимаете? И через 100 лет уже не будет этого момента. И этот момент нужно проживать, а не жевать в своем уме какую-то вот жвачку вот эту, понимаете? Не быть где-то в будущем и прошлом. Мы сейчас здесь, среди вайшнавов, нужно почувствовать эту милость. Нужно всегда с благодарным сердцем это принимать. Если мы утрачиваем эту благодарность за то, что мы обрели это знание благодаря Шриле Прабхупаде. Есть преданные, которые совершают 100 поклонов Шриле Прабхупаде каждый день, 100 поклонов Гуру, чтобы прийти в это состояние. Чтобы оставаться в нем, чтобы помнить, кто мы такие. Потому что очень легко обусловиться, очень легко посчитать, что это естественным образом мне как бы
мне положено, да, мне положено быть здесь, в этом храме, мне положено, то есть еще и мало, да. То есть мы скатываемся в условленное состояние. И Кришна говорит, Ичхатвеша Самудхина, Дандамухена Бхарата, Сарабудани Самухам, Саргейти Парамбама. Двойственность. Я это хочу, это мне нравится, это мне не нравится. То избегаю, это беру на себя. Она вводит человека в иллюзию. Майя заволакивает его сознание и спускает вниз. И мы уже здесь. Мы уже искушенные кришнаиты. Мы уже видим, это зеленый бхакта, да, он ничего не знает. А это супер преданный, вот он приедет и даст бхакти шастру. А это чистый преданный, а это вот не совсем, и так далее, и тому подобное. Поэтому наша идея в том, чтобы проживать с благодарностью нашу духовную жизнь, да, каждый день. Всегда помнить, находиться в этом состоянии, Господь сказал, ты надо писать ничина, второе писать ничина, на амани намана, киртанина сарабе. Это Он сказал не по отношению к другим, это Он сказал по отношению лично ко мне. Тогда я смогу быть в энтузиазме и при энергии всю оставшуюся жизнь не одну. Ответил на вопрос? Да. Может, еще какие-то вопросы? Можно еще? Сейчас вот Мата же тянет. Спасибо вам большое за такой коллективный подход вообще к лекции, к подаче материала. Вот. И у меня такой вопрос по поводу того же мобильного энергии, да, из разных источников. Опять идет до конца. Да, да. Я забыла, что хотела спросить. Знаете, я сейчас, когда режим сна, режим чтения мантры и так далее, бывает такое, что ты режим сна не соблюдаешь по каким-то причинам, да, но у тебя есть энтузиазм и силы читать мантру, прочесть книгу Шрилы Прабхупады. И насколько важно вот этот тогда момент соблюдения режима сна и каких-то вот этого баланса. То есть как поддерживать баланс между выполнением садханы и распределять акцент на то, чтобы тебя все-таки успевало тело восстанавливаться, вот как-то так. Вот такой вопрос. У меня есть два примера сразу у меня в уме возникли. Первый — это Шачинанда Махарадж, который очень занимается, погружается в Святое Имя, да? У него есть такая книга «Дневник Джапы». Может, кто-то знает, специально для преданных. Он пишет книги о воспевании Святого Имени, и он делится своим опытом, опытом других преданных. Он говорит, что многие преданные вдохновлены, потому что он рекомендует много повторять. Вдохновленные Святым Именем, они начинают повторять много. И как все преданные, они начинают думать, ну что я, собственно, сплю, да? Это пустая трата времени. И они начинают не спать, ночью повторять, потому что там работа, служение. И достигают удивительных вещей, он говорит, удивительного уровня. Большие реализации приходят. Но он говорит, это вопрос времени, когда они перестанут воспевать это количество. То есть сон — это очень важно. В Мадхурья Кадамбине говорится, что это неосознанный контакт с Брахманом. Вишванатха Чакраварти Тхакура пишет. А, то есть во сне мы заряжаемся. Если не будет этой подзарядки, то мы просто с ума будем сходить, и это доказано психологами. Поэтому сон очень важен, и на этом экономить нельзя. Даже такие ачари воспевания Святого Имени в Испон, как Шачинанда, они говорят, что ребята, не надо. Вот за счет сна не надо, пусть тело отдыхает. Это раз. А есть второй пример, Ситаласай Прабху, очень удивительный преданный, воспевал 192 круга каждый день. Лично был знаком с ним, и вашими мы с ним очень дружили, общались. Уже оставил тело. Госвами Махарадж, он на фестивале в России, он объявил, что этот человек достиг очень высокого уровня воспевания Сатурна. Он делился со мной опытом, я тоже хотел, как он.
он старше был, уже пенсионер, и как бы у него своя садана, свой режим, свое тело, у меня другое немного. И он мне сказал такую удивительную вещь. Мы на самом деле были с ним любители чапати. Мы ели чапати, по 20 штук могли съедать в один присед, не считая первого, второго, компота, всяких эксклюзивных вещей. Да. И он тоже со мной, мы их поедали просто. Вот. И было много всякого просада такого вкусного для нас, мы вдвоем это все делали. Да. Но когда он начал воспевать очень много, это он не ставил цель, оно само пришло. Он мне сказал такую вещь, я говорю, пошли, поедим, у нас чапати. Преданный приехал, был очень крутой повар, Лиладжит Прабху, он из восточных стран. И хотя ему было уже 70, он готовил, он бежал на третий этаж и нес нам горячие чапати, чтобы мы, не отрываясь от просада, ели горячие чапати. Я говорю, давай, вот, есть чапати, давай, так сказать, осветимся, да, приобщимся. Самая милостивая форма Господа – просад. Он говорит, знаешь, не буду. Я говорю, почему? Мое воспевание страдает. Не будет хотеться спать, да. А я, как бы, для меня, понимаешь, вкус святого имени, он дороже этих чапати. Понятно, что они тоже вкусные. И он мне сказал такую вещь, знаешь, у меня сейчас воспевание, он воспевал много и качественно, проводил семинары по воспеванию. Оно сейчас все определяет. Я ем чуть-чуть, там чуть-чуть это, чуть-чуть то. И если это что-то влияет, как бы хочется спать, о чем-то подумал другом, да, как-то тело реагирует недолжным образом, чтобы потом, то есть оно после этого плохо воспевается, я это исключаю. Я исключаю общение с посторонними, даже с преданными ограничиваю общение. Я ограничиваю свою санкиртану, распространение книг, я ограничиваю свою садхану. Воспевание святого имени определяет мою жизнь. Оно именно та ось, вокруг которой происходит все остальное. То есть вначале, как регулировать этот сон? Вначале мы следуем садхане, да? Приняв руководство наставников и гуру. Наставник или гуру виднее, да? Они видят со стороны. Но когда мы развиваемся и Святое Имя открывается нам, и когда наконец-то Святое Имя занимает главную нишу в нашем сознании, все остальное автоматически мы делаем так, чтобы это Святое Имя и его положение не было утрачено. Поэтому на возвышенном уровне, на высоком уровне Святое Имя определяет, наше воспевание определяет все. Весь наш сон, всю нашу еду, все наше общение и так далее. На начальном уровне Вайди Садхана Бхакти, правила предписания, мы еще бесчувственны к этому всему, мы не понимаем, как это работает, мы принимаем руководство и таким образом это все решается. Ответил. Вопрос еще был в работе. Я хотел спросить, на самом деле, когда человек начинает получать эти знания, иногда кажется, что больше вопросов есть, чем ответов. И как же это все так спросить правильно, получить эти ответы, чтобы никого не оскорбить, не задеть, все, чтобы было сбалансировано сознание. Вот есть Галока Вриндавана, да, Вриндавана Дхама. И на самом деле, что там делает Кришна? Он пасет там коров. А был случай у нас в России, проповедовали пастухам. И пастухам пытались распространять Бхагавад-гиту. Да? Вот. А это простые люди, они просто выпасают, как бы, они выгоняют, загоняют, как бы, и вся жизнь она такая. Ну, в горах, как бы, чистые продукты, долго живут ребята. Преданные начали им проповедовать о Кришне. И этот пастух, он спросил, а кто такой Кришна, чем он занимается? Преданный возьми, скажи, да он пастух.
Слушай, пастух, я знаю пастухов. Какой это Бог вообще? Как Бог может быть пастухом? Это какая карма там у него, да? И преданные всегда находчивы, вот как-то они молятся Кришне, Кришна им как-то неординарно дает знания. И он говорит, знаешь, подбрось монету вверх. Подбросил, она упала. А почему падает? Ты можешь сделать так, чтобы подбросил, а она не падает. Он говорит, слушай, ты нормальный, как вообще, откуда тебя там, ПНД тебя не ищет, да, неврологический диспансер. Нет, говорит, понимаешь, Кришна, он не монеты поддерживает, он Вселенную поддерживает, космос, понимаешь? Это Бог. Ну, он и построил. Человек взял Бхагавад-гиту, понимаешь? Потому что поддержать монету в воздухе он не может, а Вселенной речь не идет. Но Кришна может. Кришна не занимается философскими спорами, потому что сомнения, они где? Они в уме. Пока наш ум обусловлен, пока наш ум не чист, нам нужны что? Прояснения. Но если вы осознаете Господа и осознаете себя душой, картина будет полная и не будет сомнений. Потому что если вы разрешаете одно сомнение, оно дает путь следующему сомнению. Этих сомнений, да, масса. И есть пандиты в Индии, которые очень все хорошо знают, но у них привязанность. Они привязаны к этому материальному миру, они привязаны к своей славе, они привязаны, есть такое семидневное воспевание Шримад Саптаграха. Семь дней воспевают, да? Семь дней воспевают Шримад Бхагаватам, эти брахманы, им жертвуют. И они рассказывают раса-лилы, они рассказывают все повествование. Они уважаемые люди, они привязаны к этому статусу, они привязаны к своему знанию. Да? Но Кришне не нужны пандиты. Ему не нужны вот эти алмазы чистые, да? Чистого знания. Ему нравится масло. Мягкое и вкусное. И бхакти, оно делает нас как масло, которое любит Кришна. Поэтому, если мы хотим лишиться всех сомнений, мы должны наполниться Кришной, должны наполниться бхакти, да? Должны, наконец-то, предаться ему. Это внутри, не обязательно там и ехать в храм, да, оставаться в храме и носить оранжевую какую-то одежду, да, брить голову. Это нужно сделать внутри. Никто, кроме нас, это не сможет сделать, потому что эта дверь, она открывается изнутри. Бесполезно ее открывать снаружи. Никто ее не будет ломать. Кришна настоящий джентльмен. Прабхупада говорит, преданные, они настоящие леди, джентльмены. Они не будут делать насилие. Понимая, что это не приведет к любви. Вот. Поэтому сомнения в уме. И ум этот материалистичен. До какой-то степени мы можем осознать, да? Ну что могли осознать хиппи, привлеченные Прабхупадой? Их ум, он был подобен блюдечку треснутому, да? А это знание ведическое, оно подобно океану. И как это блюдечко могло вместить этот океан? Все, что у них было, это был Прабхупада и вера в Прабхупаду. И через Прабхупаду они наполнялись нектаром, да? Они развивались, несмотря на то, что кто-то был умный, кто-то не очень. Дело в другом, дело в чистоте сознания и нашей мотивации. Поэтому, если мы будем служить... А, очень хороший пример, иллюстрирующий. Однажды Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, который был суперпроповедником, он был очень ученым, и в подростковом возрасте он написал труд по джьотиш. Вот у нас есть астролог Судхира Прабху. Он подтвердит, что астрология — это очень серьезная. Не уверен, что ты. Да. Это свое мнение. Хорошо. Спасибо за помощь. Так или иначе, астрология — очень сложная наука. Понятно, что сознание Кришны, оно превосходит все. Но астрология очень сложна, связана с расчетами, да. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в подростковом возрасте написал труд
которые до сих пор используют астрологи, чтобы делать гороскопы, предсказания и так далее. Из-за этого он получил титул Бхактисиддханты, да, то есть это титул определенный. К нему пришел человек, который хотел получить ответы на свои вопросы. Но когда он пришел в Бхактисиддханте Сарасвати Тхакура, тот сказал: я сейчас занят, извини, у меня есть ученики, приди к ним, они тебе ответят, они мои ученики, они передают это знание. Ученики, когда вот этот человек пришел к ним, они тоже сказали: ну извини, но у нас много всего. У них была проповедь, у них было изучение, они ездили везде по всей Индии. А вот есть пуджари, пуджари, подойди к пуджари. А если кто-то служил пуджари, да, то там все по минутам. Там вообще с кем-то разговаривать, ну, нереально. Они все время заняты. Они чистили, чистили посуду и сказали: слушай, ну давай вопросы попозже, помоги нам почистить. Просто для Господа служение выполни, пожалуйста. Он согласился, вариантов не было, он начал чистить. И потом... Через какое-то время, когда он сделал это служение, ему сказали: ну теперь можешь задать вопросы, появилось время. Он сказал: какие вопросы? Я все знаю, я все понял. Через служение открылось, понимаете, из сердца Господь может это открывать. Когда Прабхупада был в Индии, к нему приехал преданный из Запада, он был президентом и возглавлял какую-то ятру. В ятре были большие проблемы. Он приехал лично к Прабхупаде в Индию, чтобы задать вопросы, как быть. И он приехал в взбудораженном состоянии, еще пыль не снял со своего тела, да, не омылся даже. Он прибежал к Прабхупаде и сказал: Прабхупада, все пропало, все, что вы мне дали, оно сыпется. Ядра разобщена, все ссорятся, что делать? Прабхупада на него спокойно посмотрел, сказал: знаешь, ты Бхагавад-гиту читал? Да, конечно, Бхагавад-гиту я читал, но тут столько вопросов, столько происходит. Нет, ты всю Бхагавад-гиту прочитал? Он говорит: конечно, прочитал всю Бхагавад-гиту, но тут такие вопросы срочные, надо решить. Прабхупада ему дал наставление: а соверши омовение, куси прасад, прочитай Бхагавад-гиту и подходи ко мне с этими вопросами. Этот человек так и сделал. В следующий раз Прабхупада его увидел с чемоданами, потому что этот человек ехал обратно. И Прабхупада спросил: а где твои вопросы? Потому что тот сказал: я их записал, у меня столько всего. Он сказал: все ясно, все понятно, я иду решать вопросы, что мне вас отвлекать? Понимаете, ерундой всякой. Кришна отвечает на вопросы Арджуны. Это он отвечает не на его вопросы, это на наши вопросы. Мы должны это относить к себе. И соприкасаясь с Бхагаватом, с Бхагавад-гитой, с преданными из Гуру, эти вопросы решаются. Занимаясь служением, очищается сердце и находится решение. И эти решения, они вдохновляют, они приносят веру, они приносят свободу и счастье. Такой ответ. Еще какие-то вопросы? Надо уже получить даршан самого милостивого Господа, да, в форме прасада. Спасибо огромное. Гранхарадж Шримад Бхагавад Гита Ки. Сейчас будет арати. Спасибо. Спасибо.